Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор для пуловера. Узор простой, несложный, вяжется быстро и легко. Описание будет находиться в конце видео. Итак, кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора. 3 петли. Для примера мы наберем 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Держим петельку и набираем 3 воздушные петли подъема. Это и есть начало первого ряда. Отступаем от той петли, которую держали еще 2 назад, и в шестую петлю мы провязываем элемент, столбик с накидом, 1 воздушная, и в эту же точку столбик с накидом. Мы с вами связали элемент, состоящий из столбика с накидом, 1 воздушная и столбик с накидом. Пропускаем 2 петли, заходим в третью и провязываем элемент, столбик с накидом, 1 воздушная, и в эту же точку столбик с накидом. У нас готов второй элемент. Пропускаем 2 петли внизу, заходим в третью и провязываем элемент, столбик с накидом, 1 воздушная, и в эту же точку столбик с накидом. Пропускаем 2 петли внизу, заходим в третью и вывязываем столбик с накидом, 1 воздушная, и столбик с накидом из одной точки. В конце ряда, пропустив 2 петли, мы заходим в третью и вывязываем 1 столбик с накидом. Мы с вами связали первый ряд. Начало второго ряда, 3 воздушные петли. Переворачиваем работу. Заходим в середину элемента между двумя столбиками с накидом и вывязываем элемент, столбик с накидом, 1 воздушная, и в эту же точку столбик с накидом. Заходим в следующий элемент и вывязываем столбик с накидом, 1 воздушная, столбик с накидом. Заходим в следующий элемент, в середину вывязываем столбик с накидом, 1 воздушная, и в эту же точку столбик с накидом. Заходим в следующий элемент, столбик с накидом, 1 воздушная, и в эту же точку столбик с накидом. В конце ряда, в первую петлю подъема, мы провязываем 1 столбик с накидом. Мы с вами связали второй ряд. Начало третьего ряда, 3 воздушные петли. Переворачиваем работу и вяжем, как вязали до этого, в середину элемента каждого. Мы провязываем столбик с накидом, 1 воздушная, столбик с накидом. Заходим в следующий элемент, столбик с накидом, 1 воздушная, столбик с накидом. Заходим в следующий элемент, вывязываем столбик с накидом, 1 воздушная, столбик с накидом. Заходим в следующий, столбик с накидом, 1 воздушная, столбик с накидом. В конце ряда, каждого ряда, мы заходим в первую петлю подъема и вывязываем столбик с накидом. Мы с вами связали образец согласно схеме. Это у нас лицевая сторона образца, а это изнаночная. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Описание модели будет находиться в конце ролика. А также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ссылка будет находиться
под видео. А всем пока-пока!